И снова я вас приветствую, мои дорогие багаюзеры, любопытные и прочие любители вот такой вот нечисти, как баги, величие и прочая херня. Не успели мы остыть от прошлого бага с невидимостью, как у нас появился новый на том же самом ивенте. Не знаю, что там разработчикам в их голову приходит, как они за этим смотрят, но имеем то, что мы имеем. А имеем мы такой баг, как беготня по потолку и, собственно, опрокидывание гранат. Ну и, собственно, нечестная игра получается. Ну что, рассмотрим в этот раз, как же нам туда попасть, дабы восторжествовала справедливость. За наши горящие жопы мы могли тоже надрать задницы. Поехали. Начинать стоит на точке крыша юг. Кидаем дрона вот в такую круглую херню, но не вот этот первый, который с одним круглым мандулой, а который с двумя. Вот, собственно, вот эти. Идем в дальний угол, вот куда я сейчас, собственно, ехал. Вот сюда. И здесь мы попадаем под текстуру. Немного катаемся, ищем проходы. Хочу сразу заметить, что иногда можно попасть с дроном в тупик. Поэтому тут как бы бабушка надвое сказала. Собственно, если вы правильно заехали, то попадете куда нужно и можете доехать до любой точки, которая, естественно, находится сверху. Здесь мы выходим из дрона и вуаля, мы уже под потолком. Но стрелять из автомата нельзя, так как стекло это не простреливается. Но можно очень удачно кидать гранаты. Они очень даже помогают и они эффективны. Не знаю, как вообще это связано и почему. Но, как выявила практика, мы не можем, значит, стрелять по защитникам, а защитники очень даже могут стрелять по нам. Так что имейте в виду, баги юзать плохо, Ubisoft этого не любит, еще раз предупреждаю. Все гличеры-багаюзеры могут отправиться в бан. На свой страх и риск, в общем, ребята.